Это самая легкая ферма по добыче слизи. Постройка фермы начинается с поиска болота и вот такого озера на нем. Ферму мы будем строить на воде и желательно подальше от других островов. Когда мы выполним все условия, нажимаем комбинацию клавиш F3 плюс G. Тем самым включаем отображение чанков. Идем в центр нашего озера и ищем угол любого чанка. И поднимаемся на 69 высоту. Когда мы поднялись, наша задача обвести блоками 4 чанка с внутренней стороны. То есть сделать большой квадрат. Должно получиться как у меня. И после этого мы застраиваем всю оставшуюся часть. Наша платформа готова. Теперь по ее краям мы строим стенку из двух блоков и полублока. То есть ее высота должна быть 2,5 блока. Материал же можно использовать любой. После этого этапа идем в центр наших 4 чанков, где встречаются их углы. Выкапываем дырку размером 2 на 2 блока. Далее прокапываем еще по 4 блока в каждую сторону. И все соединяем. Добавляем еще один слой глубины внизу ямы. А в самом низу заполняем все магмой, но оставляем отверстие в центре размером 2 на 2 блока. От этого отверстия идем на 2 блока вниз и ставим там двойной сундук, к которому подключаем 4 воронки. В будущем вы, конечно же, сможете расширить эту систему сбора. Поднимаемся выше, разливаем воду в каждом углу магмы. В итоге вся вода должна разлиться до воронок. Если все хорошо, поднимаемся на 2 блока от воронок и ставим 2 двойных сундука. И обвозим их блоками. После поднимаем обводку из блоков еще на 2 блока. На краю спамним голема и сталкиваем его на сундуки. Ставим сверху люки и вверху закрываем все стеклом. Последний этап – это сделать АФК место для фарма, где мы будем в полной безопасности. Берем подмостки и от стекла поднимаемся на 118 блоков по Y. В нашем случае это 191 высота. Сделайте закрытое помещение вверху подмостков, и наша ферма готова. Помимо слаймов, тут, конечно же, будут спамиться и другие мобы, но этого никак не избежать, только если строить более сложную ферму. Всем спасибо за просмотр и жду вашего экспертного мнения в комментариях. Пока!